Маленькая няшечка, вот такусенькая. Галчата ТВ. Всем привет, ребят! Вы на канале Галчата ТВ, и это наши маленькие крольчата. И сегодня мы решили для них устроить челлендж «Кто из вас толще?». И для этого мы их сейчас взвесим и узнаем, какой из наших крольчонков самый толстенький. Ну, а также мы поменяем им здесь все, чтобы они были чистенькие, аккуратненькие и красивенькие. Так. Ну что, ребят, вы готовы взвешиваться? Как вы думаете, кто из вас самый толстенький? Конечно, они пока еще не ответят, но вы, зрители, свои предположения пишите в комментариях. Как вы думаете, кто из этих четырех крольчат будет самый толстенький? А мы проверим, были ли вы правы. Настраиваем весы и помещаем на них нашего первого крольчонка. Итак, он у нас весит 196 грамм. Беленький крольчонок у нас, конечно, пока лидер, потому что больше мы никого не взвешивали. Маленькая няшечка, вот такусенькая, посмотрите, какой он, посмотрите. Правда, что может быть милее? Пока мы его поставим, а теперь возьмем следующего крольчонка и тоже его взвесим. Так, у этого крольчонка, кстати, проблема с глазкой, надо промыть. Кладем тебя на весы, и ты у нас весишь 210 грамм. Итак, второй крольчонок у нас весит 210 грамм. Немножечко тяжелее, и этот крольчонок выходит в лидеры. Так, берем следующего крольчонка и посмотрим, что у нас скажет он. Итак, сколько весишь ты? 206 грамм. 206 грамм. Так, пока у нас второй крольчонок в лидерах. И берем четвертого крольчонка. Вот у нас четвертый крольчонок. Он уже тоже с открытыми глазками. Может, они еще у нас еще не все открыли глазки. И ставим его, смотрим. О, весит 250 грамм. Ты самый жирный. В общем, мы нашли самого жирного крольчонка из наших крольчат. И только что я поняла, что не все крольчатки у нас все-таки еще открыли глазки. И два крольчонка у нас еще слепых. Так, малыши, 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 малыши. И это, кстати, ты не хочешь оставаться на весах? Так, толстунчик. В общем, одного можно назвать толстунчиком сразу уже, потому что он оказался у нас самый жирненький. А мы давайте немножко понаблюдаем за нашими няшными-няшными кроликами. А пишите в комментариях, какой из кроликов вам нравится больше. Мне очень интересно послушать. И неожиданно в челлендже вы поняли, кто у нас победил. Кстати, этот белый кролик, он, по-моему, самый любопытный. Да, кстати, оказалось... Не, не самый, там... Самый точно, самый легкий. Значит, это девочка может быть или что? Ничего не означает. Ничего не означает? Тяжелее мать. Ты куда, смотри, она куда хочет залезть? Она хочет залезть назад в коробочку. Что, забрали тебя из твоего гнезда? Что-то уже грызет, что-то уже пытается погрызть. Вот такие они у нас забавные малыши. Все, ребят, всем пока-пока и до новых встреч. А мы сейчас будем чистить гнездо, чтобы они были в чистоте.